Под чутким руководством тренер сборной страны барнаулиц Александр Долгов привел команду к золоту и бронзе этапа Кубка мира по фристайлу. Для состязаний в Москве специально выстроили 50-метровую рампу. Главную сенсацию сотворила россиянка Алина Гриднева. Акробатка поразила судей частотой прыжка и по праву примерила золото. Еще одна медаль у мужчин. Илья Буров допрыгнул до третьего места. Мы думали, что девочки поборются за подиум. Ну а Алин такой нежданчик. Сюрприз данных соревнований. А, ну, Илья Буров, он в том году мы второй был, в этом году третий. Думали, Петр Медуль чуть получше выступит. Ну, там условия здесь в Москве не позволили. Праздник красоты и грации. Барнаул принял масштабный всероссийский турнир по художественной гимнастике. Награды разыгрывали более 500 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов. Состязание по самому эстетичному виду спорта продолжалось 2 дня. Алтайские гимнастки Софья Щетинкина и Виктория Колесникова выполнили программу мастеров спорта, получив соответствующее удостоверение. Пошли на рекорд. Более 5000 барнаульских любителей активного отдыха взяли старт в лыжне России. Этому самому массовому зимнему соревнованию исполнилось 34 года. Популярность забега с каждым сезоном не только не уменьшается, а растет в геометрической прогрессии. Залог успеха – погода. В этот раз она не подвела. По отзывам участников, километры давались легко. Встали на лыжи с не меньшим энтузиазмом и жители других городов края. Активный образ жизни – это позволяет мне поддерживать форму здоровья, ну и жизнерадостность. Разбомбили «Алтайбаскет». В 2 поединках оказался на голову сильнее «Арсенала» и «Стулы». Счет встреч 88-61 и 94-51. Во втором матче «Сине-белые» как никогда в чемпионате были близки к отметке в 100 забитых мячей. Не удалось. Пушкари в последние секунды выстроили непреодолимые редуты. Вот между тем победная серия баскетовцев достигла 4 побед к ряду. Ранее было бито «Динамо» из Ставрополя. Далее вояж по маршруту Тамбов-Заречный. Кирилл Политов, наши новости.